Дедушка, привет! Я так соскучилась по тебе! Привет! А ты кто? Ну, дедушка, я же твоя внучка! Ты что, не помнишь? Ничего не знаю! Нет у меня никакой внучки! Иди отсюда! Ну, дедушка, что с тобой стало? Итак, ребят, наконец-таки мы уже приехали к дедушке! Вот как видите, приехала машина! И что нам говорят родители? Ну все, детишки, говорят нам родители, то есть мы его там оставим там на выходные. Но это звучит прикольно, знаете, потому что я очень хочу, ну, как бы остаться на выходных, да еще и у бабушки с дедушкой. Так, ребят, давайте мы с вами заберем наши чемоданы. Вот у меня вот такой красненький чемоданчик, видите? А вот и дом нашего дедушки. Просто посмотрите, ребят, это так классно. У меня чемодан, давай все такое. О, моя мама уехала, даже мне не сказала ни пока, не люблю тебя, ничего. Да, странно, конечно, ну и ладно. Ладно, побежали скорее к дедушке, ребят, начинаются выходные. Конечно, начинаются они очень странно, потому что дождь идет. Странно. О, ребята, вот мы уже здесь. Так, разуваюсь и идемте к дедушке. Оу, а что с дедушкой? Ребят, что у него в руках? Посмотрите. Кто вы? В смысле, кто вы, дедушка? Мы же твои внуки. Ты что, нас не помнишь? Как ты нас не можешь помнить? У меня нет никаких внуков. Все, вы вообще это взяли? Ну ты не помнишь нас? Мы же с тобой играли всегда в бейсбол. Я никогда не играл в бейсбол. Уходите из моего дома. Ребята, бежим, кажется, наш дедушка стал злым. О, боже мой, нет, посмотрите, он за нами хочет гоняться, видите? О, боже мой, ребят, у него еще какой-то трезубец в руках. Боже мой, ребят, вы серьезно? Подождите. Боже, посмотрите нашего дедушку. Он убил одного челика какого-то. Смотрите, ребята, осталось 10 секунд. Ну, то есть до того, видите... Наш дедушка такой злой, видите? Он даже паутину у себя дома не убирает. Я, конечно, в шоке просто, ребят. Смотрите, подождите. Все. Так, куда дедушка пошел? Давайте посмотрим. Подожди, Даша, это ты? Да, дедушка, это я. Наконец-таки ты меня вспомнил. А, точно, прости, пожалуйста, я тебя просто не узнал. Но если хотите, вы можете выпить лимонада моего. Твоего лимонада? Конечно! Ну, слава богу, ребят, меня дедушка узнал. А то я думала, что с ним что-то случилось. Так, ну все, ребят, мы можем уже выпить лимонад и все такое. Давайте, видите, смотрите, какой лимонад классный, со льдом и все такое. Давайте посмотрим, что на полках у нашего дедушки. Так, о, подождите, тут какая-то фигура бабушки. Зубастой бабушки, которая держит какого-то мальчика. Странно. Ладно, детишки, мне нужно пойти поработать на ферму, поэтому... Вообще, я уйду сейчас. Тебе не нужна наша помощь? Нет, думаю, нет. Я сам справлюсь со всем. Ну вот и все, отлично. Я могу отдохнуть здесь еще и без дедушки. Ну, как без дедушки? Он просто пойдет на ферму, а мы просто... давайте мы изучим с вами дом. Изучим дом дедушки. Смотрите, вот здесь у нас вот, такой портрет нашего дедушки. Очень похоже. Пойдемте на второй этаж. На первом этаже мы и так все уже узнали, потому что мы там бегали. О, портрет бабушки. Там бабушки нет. А почему здесь дверь закрыта на замок? Странно, ну ладно. А вот спальня. Интересно, это... Ну, наверное, это спальня дедушки. О, посмотрите, какая ванна. Я могу здесь помыться. Хорошо как. Вообще классно, нет? Разве? По-моему, прекрасно. Я так думаю. Ребята, вы это слышали? Вы слышали? Там какой-то был звук странный. Это так странно. Ну, ребята, я, конечно, в шоке. Я думаю, что случилось что-то с дедушкой. Ну, что-то случилось с дедушкой, понимаете? Потому что, реально, ребят, ну представьте просто. Ребята, а вот как раз-таки и ферма нашего дедушки, вы же видите? Он же там пошел работать туда. Давайте мы зайдем внутрь и посмотрим вообще, что там и так далее там. Давайте побежали вот на ферму. Видите, здесь такие двери. Давайте заходим сюда. Боже мой, Лен, посмотрите, что стало с дедушкой, он упал! А успеешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 3, 2, 1, молодец! Он, конечно, не потерялся, знаете, так как у него открытые глаза, но посмотрите, ребят! Ой-ой-ой, он куда-то идет!
Дедушка, с тобой все хорошо? А, да ничего, просто маленькая царапка. Ничего такого серьезного. Можешь мне принести, пожалуйста, мою аптечку? Аптечку? Конечно, сейчас мы тебе принесем. Так, давайте посмотрим, где же может находиться аптечка, потому что я, если честно, не знаю. А вот аптечка, я ее нашла. Ну, точнее, мальчик нашел. Вот, дедушка, вот, держите аптечку. О, спасибо большое, что вы помогли мне. Да всегда пожалуйста, дедушка, обращайся. А еще можете мне помочь починить трактор? Починить трактор? Ну, дедушка, ты что? Серьезно? Починить трактор? Ну, конечно, я ж столько много лет занималась этим. Прям, знаете, с самого детства я чинила тракторы. А, и дедушка сам уходит. Дедушка, с тобой все нормально? Он реально уходит, а нам нужно чинить трактор. Смотрите, я здесь нашла колесо. Потом здесь этот двигатель, получается, можно так сказать. Так, стул уже забрали. Так, может быть, что-то тут наверху? Наверху, кстати, по-моему, ничего как раз-таки нету. Осталась только последняя вещь. Эй, мальчик, все. Ребята, посмотрите, вот уже трактор мы с вами починили, и все хорошо, видите? Вот здесь я сижу, вообще классно. Да? Разве это не классно? Я считаю, что это классно. Смотрите, здесь еще вот такая вот штука. Вот знаете, прикиньте, меня так забирают. Вообще, я в шоке. Так, знаете, я что-то захотела немножечко поспать. А, знаете, хочется мне поспать. Там вообще сонная я такая. Я так устала чинить тракторы, понимаете? Вообще, это так, на самом деле, утомительно. Поэтому я, давайте посплю. Хотя здесь много чего еще есть, то есть, допустим, вот здесь можно повключать свет, повыключать, потом поиграть на вот этих штуках. Но я прилягу спать. Так, сейчас на часах 2:55 ночи, то есть 2 часа, без 5:03 ночи, представляете? Ребята, вы это слышали? Опять что-то там случилось, может быть, это что-то за окном? Да нет. Так, вообще, как будто бы это, знаете, что-то в коридоре там происходит. Еще раз! О, боже мой, это же наш дедушка! А вот вы где, ребята! Дедушка, все хорошо? Ты уверен? Подождите, ребят, где это мы? Что с нами стало? Это что, у нас дедушка на ферму сюда отнес? Ну подождите, ребят, что случилось-то? Почему мы все только что просто лежали? Я ничего вообще не помню, ребят, я ничего не помню, что вообще тут произошло и так далее. Так, ну подождите. Я не понимаю. А что случилось-то с дедушкой? Вот единственное, что я не понимаю. Почему он постоянно злой такой? Да. Так, Челик говорит, что я помню, что дедушка говорил, что у него есть какой-то ключ, на который он закрывает ферму. А, так здесь, ребят, замок! Посмотрите, здесь золотой замок, и нам сейчас нужно будет найти ключ. Так, где же этот может быть ключ? Ребята, а, все, уже этот Челик как раз-таки нашел. Молодец! Он вообще прям, знаете, за меньше, чем 5 секунд нашел этот ключ. Это же вообще классно. Давай, а теперь открой этот замок! Давай, ну, открывай. Ты что, серьезно? Вот. Вы думали, что вы так легко сбежите? Нет! Ха-ха-ха-ха-ха! Дедушка, ну ты что? Боже мой, ребят, посмотрите, он в нас огонь бросил! Не может быть, ребят! Посмотрите, нам нужно отсюда срочно уходить, потому что сейчас, понимаете, этот огонь будет по всей этой ферме. Он сам зажжет свою же ферму. Я в шоке, ребят, все, нам нужно бежать. У нас есть 19 секунд, чтобы сбежать. И давайте быстрее, быстрее, быстрее. Бежим, 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 бежим. И все, ребят, получилось. Давайте, давайте, выбегаем все. Все выбегаем. О, нет. О, все, молодец, успела. Так, осталось 5 секунд, и, походу, там один челик не успел сбежать. Мне так его жалко, на самом деле. О, ребят, посмотрите, сейчас нам нужно будет пройти паркур, потому что огонь идет дальше. То есть, давайте, ребят, осторожней, здесь разные вот такие штучки. Ну, точнее, вот эти вот трезубцы, или как это? Не знаю, то есть нам нужно быть очень осторожным. Давайте, ребят, подождем. У нас есть, на самом деле, очень мало секунд, всего лишь 22 секунды. То есть, ну, у нас было 30, а сейчас уже намного меньше. Или 40 у нас было секунд, не помню. Все, ребята, мы с вами прошли! Это так классно, давайте! Вы сможете, я вас верю, давайте, осталось 10 секунд! Так, осталось 5 секунд, нет! Ну, ребята, ну давайте, у вас все получится! Вы пройдете! Нет, ребят, время вышло, они не успели пройти! Мне их так жалко! То есть я осталась одна, ну то есть наедине с дедушкой! Боже мой!
И то есть сейчас за мной дедушка будет гоняться с трактором? Он что, издевается надо мной? Ребят, посмотрите, он реально будет сейчас гнаться за мной с трактором, представляете? Я в шоке, ребят. Он реально его сзади, и он сталкивает машины. Боже мой, мне сейчас нужно срочно следить за дорогой. Просто, ребят, давайте вот так осторожно будем. О, нет. Ребята, он сзади, он приближается. Мне это не нравится, ребята, не нравится мне это. Ой-ой-ой-ой, подождите. Дерево упало, куда мне идти? Так, ладно, пойду-ка я вот сюда, в это поле. Так, я думал, мы... Все! А где дедушка? Он куда-то пропал. Так, это, конечно, хорошо, но что с... Где... Куда мне идти? Посмотрите, здесь большое, огромное поле пшениц, получается. Пшеничное поле, огромное. И что мне теперь делать? А, конечно, нам дают 90 секунд, чтобы мы из этого поля как-то выбрались. Просто, ребята, отлично. И как я... Вот как вы думаете, как я из этого просто выберусь? Ребят, ну у меня же просто даже нет, ну, ни единой мысли, как я могу отсюда выбраться. Боже мой, ребят, я не знаю, что мне делать. Я серьезно не знаю, что мне делать. У меня всего лишь есть 90 секунд, но уже, естественно, меньше. Мы с вами потеряли 20 секунд. Ой, ребят, подождите, мне кажется, или я вижу выход? Мне кажется, или я вижу выход? Да, ребят, это выход! Ну, слава богу, ребят, это выход. Все, мы сделали это! Видите, все хорошо. Что это за машина едет? Смотрите, какое-то такси. Такси-сервис. Эй, заходи ко мне в такси, я тебя подвезу. Подведете меня? Ладно, хорошо. Оу. Подождите, ребят! Ты думал, что ты сбежишь? Нет! Ха-ха-ха-ха-ха! Что, ребят? Меня забрал же мой же дедушка, да откуда он вообще знал, что я здесь? Плохой конец? Ребят, а как тогда получить хороший конец? Вам не интересно? Так, ребят, а что если мы с вами сейчас попытаемся получить хороший конец? То есть, знаете, там есть выбор. Допустим, пить лимонад или не пить. Допустим, брать лимонад или не брать. Давайте все же посмотрим, как же можем мы получить с вами хорошую концовку. Итак, ребят, сейчас мы с вами будем, ну, попытаемся получить хорошую концовку. То есть, знаете, что-то попытаться не делать и так далее. То есть, допустим, первое, что нам встречается, это вот здесь как раз таки наши родители там нам говорят, что там вы останетесь на выходных с дедушкой и все такое. Ну, звучит это классно, остаться с дедушкой на выходных, но мы не знаем еще пока что, что нас ожидает. Ну, то есть, получается, впереди и все такое. Так, смотрите, вот здесь у нас лежит 5 чемоданов. Видите, 5 чемоданов. Я не буду брать чемоданы. Я не буду брать чемоданы. Вот я серьезно говорю. Я не хочу брать чемоданы. Все. Все, ребят. А, мне выдали чемоданы. И то есть у меня отняли ХП. То есть, ну, этот вариант нам не подходит. То есть нам нужно чемоданы брать. Ну, то есть вообще обязательно, знаете, нам нужно брать чемоданы. Потому что если мы их не возьмем, то, ну, у вас отнимутся ХП. А ХП нам нужны. Вот, смотрите. Вот как раз таки дедушка у нас вот здесь, да, встречает, он нас не помнит. Что самое, знаете, такое странное. О, подождите, а если мы здесь, кстати, реально? А, нас телепортнуло. Да, конечно, дедушка нас все еще не запомнил, он еще во второй раз спрашивает, кто мы. Да, это, конечно, просто издевательство, ребят, вот я серьезно говорю. Ребята, посмотрите, за мной гонится мой же дедушка! О, нет! Ребят, это очень плохо, ребят, за мной гонится мой же дедушка! О, нет, ребята, посмотрите, дедушка, конечно, в этот раз намного злее, чем в какие-либо другие разы. Я здесь спрячусь, чтобы ко мне дедушка не шел. А, ну, он все равно пойдет. Что странно. О, ну все, я его загнала в тупик, видите? Все. Теперь он никак оттуда не выберется. О! Сейчас дедушка вроде бы успокоился, смотрите. Он куда-то идет. Ну дедушка, ну не застревай ты. Ну, он застрял. Дедушка, не застревай. О, подожди, Даша, это ты? Ну да, дедушка, ну да, я же тебе сколько раз уже это говорила, да. А, ну я тебя не узнал, прости. Ну если хочешь, можешь выпить лимонада. Лимонада, ты говоришь? Ну... Звучит прикольно, на самом деле, мне даже нравится эта идея, но, ребят, я не буду пить лимонад. И хотя, ладно, лимонад, в принципе, нам в прошлый раз ничего не сделал, поэтому мы можем выпить, в принципе. Можем его выпить, и нам ничего не сделалось, да? И нам даже ХП не принесло, то есть, ну, ребят, я тогда не понимаю, в чем прикол пить лимонад, вот серьезно.
Несмотря нам даже ХП не увеличивает. Ну все, детишки, идите спать. Спать? А я пойду поработать. Да нет, спать мы не хотим. Ты иди работать. А мы пока что изучим дом и так далее. А если мы не будем изучать дом? Хотя ладно, это обязательно, изучить дом. Хотя не то, чтобы обязательно, давайте мы реально не будем изучать дом. И посмотрим, что будет, хотя... Дом изучить, думаю, нам ничего не сделают. Ну давайте попробуем, просто мы будем стоять на месте. Все эти 30 секунд, 25 секунд, которые нам дадут. Просто вот так стоять. Вот так. И не будем изучать дом. Давайте посмотрим. Я не думаю, что нас отнимут ХП даже из-за этого. То есть, ну, я так не думаю, но это все возможно, ребят, все возможно. Все, ребят, прошли эти уже 25 секунд, мы не изучали дом, и нам ничего не сделалось. Но, ну что-то случилось с дедушкой, подождите, а где сама ферма? Мне просто интересно, а где сама ферма? Так, и мы сейчас пойдем проверять как раз-таки ферму дедушки и посмотрим, что с ним случилось. Хотя, знаете, у меня есть идея. Мы можем не идти к ферме, а вот, вот видите, вот там вот есть такой проходик, может быть, туда стоит пройти. И, может быть, тогда мы получим хорошую концовку. Типа, знаете, мы сбежим от дедушки и все такое. Ну, представляете, это так прикольно? Нет, наверное. Все. Ну, конечно же, все побегут на ферму, нет? Все побегут на ферму. Да, ребят, все побежали на ферму, а я сюда. Блин, ребят, так не получилось. Потому что вся моя команда побежала к дедушке спасать. Да, это, конечно, странно. Бррр, что со мной случилось? Ой, ну ладно. Дедушка, с тобой все хорошо? С тобой все нормально? Да, я просто упала, там маленькую царапку получила, ничего такого. Можешь принести мне, пожалуйста, аптечку? Аптечку? Аптечку. Ну, знаете, если мы не принесем аптечку, то у нас как бы минус ХП будет. А вот аптечка, но я не буду ее нести. А, ну ее принесет мальчик. То есть, давай, приноси тогда. Вот, дедушка, держите твою аптечку. Ох, ну спасибо большое за помощь. Ну, пожалуйста, вообще просто обращайся всегда за аптечкой. Нет проблем. Нет проблем? Каких проблем? А, это мальчик сказал, нет проблем. Ой, слушайте, вы можете починить мой трактор? Он у меня сломался. А, сломался трактор. Боже мой, дедушка, ну сколько ты у нас еще будешь просить? Починить тракторы там и так далее. Ну, боже мой, ну реально, дедушка, ну зачем просить нас чинить тракторы? Не починить трактор мы не можем, потому что у нас там даже, по-моему, а, у нас есть время. Ну просто за меня тогда это сделает моя команда, то есть не получится. А, все, мы за 5 секунд его починили. Мы, по-моему, починили быстрее, чем нашли аптечку. По-моему, это так и было. Видите, вот трактор здесь, все хорошо. Ну, и, ну, знаете, я немного хочу спать, поэтому давайте мы пойдем спать. Потому что, ну, знаете, я сонный, мы так устали чинить трактор и все такое. Итак, ребят, вот мы уже с вами в этой комнате, где мы сейчас будем спать. Вот, получается, вот все, мы засыпаем. Вот, как раз-таки нам показывают время, 2 часа ночи, 55 минут. И смотрите, ребят, что-то происходит. А точнее, сейчас придет дедушка, представляете? Дедушка, хочешь, я тебе открою дверки? Хочешь? Хочешь? Я знаю, что ты хочешь, чтобы я тебе открыла двери. Как твоя просто самая любимая внучка тебе откроет двери. О, ребята, я пришла к дедушке, посмотрите! Ой-ой-ой, он, кажется, пошел в комнату. Подождите, ребят, мне это не нравится. О, меня все равно отправили сюда, ребят, посмотрите! Мы с вами встаем. Ау! Блин, ребят. Мне, конечно, это не нравится, что, знаете, мы были в комнате, и тут раз мы оказываемся прямо на ферме. Хотя мы дедушке починили трактор, принесли аптечку там, все такое. Я даже лимонад выпила. Я в шоке. Ну, чемодан не взяла. Да. Это странно, ребят, странно. И сейчас вот самое странное, откуда появился этот замок. А, то есть нас дедушка вот посадил сюда на замок. А, я только сейчас начала понимать, ребят, все. То есть уже, когда мы с вами второй раз пытаемся это пройти и получить хорошую концовку. Так, а, ну вот как раз таки нам сейчас нужно ключ найти. Вот он, я его нашла. Все, ключ мы с вами нашли, нам же все равно нужно как-то сбежать. То есть, если мы ключ не найдем, мы с вами не сбежим, мы не получим ни хорошую, ни плохую концовку. И то есть в любом случае нам выдадут ключ. То есть давайте, вот так, все. Ребят. Вы думали, вы так легко сбежите от меня? Нет! Нет, что? Нет! Дедушка, все хорошо! О, нет!
Кажется, дедушка у нас кинул огонь. Ну нет, зачем он поджигает свою же ферму? Я этого просто не понимаю. Ну вот представьте, ну вот реально, зачем поджигать свою же ферму? Я в шоке, я реально в шоке. Так, все, убегаем, ребят, убегаем. Нам все равно 100% тут же сбегать. Воу, капец, ребят, все, уходим. Все, а сейчас у нас будет такой паркур. Все, нам сейчас нужно будет запаркурить это все, попытаться. Все, ребят, давайте вот просто паркур вот этот сделаем. А, вот здесь же еще эта штука. Так, и давайте вот так. Все, отлично. Прыгаем. Вот так. И все, ребят, мы с вами это прошли. Просто на изи. Ну, только почему, ребят, знаете, на этом моменте почти все с тем, кем я играла, вот смотрите, я опять осталась одна. Никто не может пройти этот паркур. Что, знаете, что очень странно. Потому что, ну, нет, я понимаю некоторые, ну все просто всегда отваливаются на этом моменте. И сейчас дедушка на тракторе приедет. Видите? Я в шоке, ребят. Я просто в шоке, посмотрите, дедушка на тракторе приехал за нами. А только, так он такси быстро находит и нас забирает. Вот я вот, знаете, в этот раз надеюсь, что у нас получится какая-нибудь хорошая концовка. О, меня, здесь как проходить, ребят, подождите. Здесь две машины сразу едут. Типа, ну это так нечестно. Ребят, меня даже, я даже об машину стукнулась. Дедушка, с тобой все нормально? О, он меня скоро догонит. Он меня скоро догонит, ребята. Это плохо, это плохо, это очень плохо. Все, ребят. Все, он сзади. Так, о, ну, дерево упало, мы идем сюда. Все. Дедушки не стало. Фу, он куда-то пропал. Он за такси уехал, подождите, ребят. Он уехал за такси, скорее всего. О, может, можем так. А, нет. Ну ладно, ребят, сейчас нам дадут опять 90 секунд, мы быстро с вами пройдем и посмотрим, получим ли мы хорошую концовку. То есть мы пытались сделать все наоборот, то есть, ну, максимально... Пытались, ну, естественно, мы не делали все наоборот, потому что это невозможно, тогда мы просто умрем. Но мы делали максимально, видите, сколько у меня хп осталось? Очень мало, то есть еще что-то я сделала бы, допустим, неправильно, то бы все. По-моему, это сюда, нет? Да-да, это сюда. Да-да-да. Все, ребят, это вот сюда. Давайте сейчас просто налево-направо, направо-налево, потом направо, да. Вот, ребят, все, мы уже видим выход с вами, и давайте мы сейчас посмотрим, какой же такси за нами приедет. Все же, какой-нибудь с хорошей концовкой или нет. Мы сделали это, да, ребят, мы с вами это сделали, и сейчас, смотрите, приезжает такси. Приезжает опять такси, такси-сервис. Так, хорошо, давайте посмотрим, ребят, что же у нас в этот раз-то будет. Давайте заходим и... Так, все, я сажусь в машину и... И здесь опять, ребят, дедушка. Я в шоке, ребят, как нам тогда получить хорошую концовку? Ставь лайк, если понравилось это видео, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить. Ну и снова пока, переходите на следующее мое видео. Увидимся там.